Обыкновенное тесто, а я его держу так просто в холодильнике. Сейчас разделю на вот такие кусочки. Растапливаю бараний жир, ну и добавлю немножко растительного масла. Такие даем отдохнуть им минут 5, 10, 15. Можно просто убрать в холодильник, потом доставать делать. Но я сейчас сделаю. Раскатываю я в два этапа. Мне тяжело, потому что раскатывать. Сначала я вот такими раскатываю. Вот, не до конца. Скалкой нужно брать от середины в другие стороны. Я сначала делаю вот такие заготовочки, перекладываю целлофанкой, вот от середины, чтобы слои были, потом получались. Вот, от середины раскатываю. Немножко подкатать. Потоньше вот сделать и на разогретую сковороду. Только здесь надо вот переворачивать. Туда-сюда, туда-сюда, обе стороны надо переворачивать. Готово. Вот получаются вот такие лепешечки. Очень вкусно, очень-очень. Попробуй. Очень вкусный.